О, согласись, этот звук приятно слышать. А хочешь вот так? VKMix.com – это мощный сервис обмена социальной активностью. Теперь лайки, репосты, подписчики в твоих соцсетях – это просто и бесплатно. Не упускай свой шанс стать популярным с VKMix.com. Для моих подписчиков бонус 200 баллов на сервере VKMix. Поспеши, всего 500 счастливчиков получат этот бонус. Ссылка на промокод будет в описании. Всем привет, друзья! Сегодня для вас решил заснять топ Корсара 4 на льду. Вот Корсара 4 и лед. Давайте начинать. Так, возьмем такой Корсар 4 от Кометы на 2 выстрела. Вот такой желтенький. Давайте бросать. Так, этот Корсар не пробил лед. Давайте тоже Корсар 4 от Кометы на один выстрел. Давайте посмотрим, что там со льдом. Да, есть дырочка небольшая. Следующий Корсар 4 Admax M. По-моему, 2 выстрела. Вот такой красненький. Давайте. Вот там второй выстрел был. По-моему, не пробило лед. Нет, пробило, вот. Так. Дальше Корсар 4 от Кометы. Тоже вот такой красненький. Они, кстати, отличаются. Взрывы мощнее, слабее. Давайте проверим. Вот этот точно пробил. Вот дырка. Так. Следующий Корсар 4 PC2 Widowmaker от Fiery. По-моему, самый лучший из четвертых Корсаров. Жаль, такие уже не выпускают. Сейчас увидите, здесь треск, свист и взрыв. Таких вы уже не найдете нигде. Так, давайте поджигать. Так,
Так, он отлетел. Давайте еще попробуем один взорвать. Вот так. Мощно получилось. Давайте теперь взорвем эти все петарды во льду, подо льдом. Так, начнем с Корсара 4 от Кометы, вот такого красненького. Вот, давайте поджигать. Затух. Не получится его взорвать. Давайте еще один попробую. Есть контакт. Так, делаем следующую дыру. Дальше Корсар 4 на один выстрел от Кометы. Весь лед уничтожил Корсар 4. Что ж, сегодня хочу взорвать Корсар 8 на льду. Вот такой Корсар 8. Давайте поджигать. Ну как вам видео, напишите в комментарии. Всем спасибо за просмотр, с вами был ТНТ Фокс, подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на второй канал, там тоже выходят видео, ссылочку на канал оставлю в описании. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч, пока.